Серия книг о маленьком лисенке Лютере создана английской писательницей Джулией Роулинсон. В серию входит 4 книги, каждая об определенном времени года. Маленький читатель вместе с лисенком Лютером узнает об изменениях в природе и в жизни животных. Книга «Лисенок Лютер и весенний сад» о том, как лисенок с любопытством изучает окружающий мир, беспокоится и заботится о своих друзьях. Это книга о дружбе. Лисенок Лютер радостно бежал на перегонки с бабочками по лесу, наслаждаясь его весенним оживлением. Он попадает в фруктовый сад и видит белые сугробы вместо зеленой травы. Лисенок тут же вспоминает, что цветы и бабочки могут замерзнуть, и торопится рассказать друзьям о вернувшейся зиме. Лютер бежит к птицам предупредить, что сад засыпан снегом. Вместе они направляются к ежику и рассказывают ему о том, что зима вернулась. Затем компания направляется к бельчонку, предупредив которого все вместе бегут к зайцам. Но неунывающие зайцы приглашают их поиграть в снежки. И звери направляются в фруктовый сад. И тут-то и выясняется, что белый ковер, покрывший землю, это никакой не снег, а лепестки цветущих деревьев. Звери играют, наслаждаются красотой цветущего сада, а затем уносят с собой упавшие с деревьев лепестки. А Лютер просто лежит на мягкой перине из лепестков и улыбается, любуясь пышными ветвями, усеянными белоснежными цветами. Вот такая милая и трогательная история. А сейчас мы с вами сделаем своего лисенка Лютера. Для работы нам понадобится лист оранжевой бумаги, лист белой и лист черной бумаги, ножницы, карандаш и клей. Из оранжевой бумаги вырезаем 2 треугольника. Один край треугольника скруглен. Это будет мордочка и конус. Также вырезаем хвостик и 2 небольших треугольника ушки лисенка. Вот такие детальки у нас получились. Из листа белой бумаги мы вырезаем 2 треугольника по размерам меньшие, чем оранжевые. Это будет внутренняя часть ушек лисенка. Также нам нужно вырезать щечки и белую грудку лисенка. Из черной бумаги вырезаем 3 кружочка, глазки и носик, и кончик хвостика. Склеиваем большой треугольник, получаем конус. Затем наклеиваем маленькие белые треугольнички на оранжевые. У нас получаются ушки. На мордочку таким вот образом приклеиваем щечки.
Также наклеиваем к мордочке ушки. Наклеиваем глазки и носик. Мордочка лисенка готова. Затем на хвостик наклеиваем черный кончик. Начинаем собирать нашего лисенка. К верхней части конуса мы приклеиваем мордочку. Затем под мордочку наклеим белую грудку. Сзади приклеим хвостик. Наш лисенок готов.